плоды. Но в этом году абрикоса не уродила ни у кого. И она что-то пожелтела и как-то цвела хорошо. Да еще окошко осталось. И дверь целая. А на той стороне да, все четыре окна и межкомнатные две двери. А что и самое интересное, стоит стенка. И посуда вся целая. И главное, часы у меня вот такие стоят. И они идут. А Оля говорит, значит, жизнь вот она. Вот первый удар. И буквально я вот меньше мечусь по квартире, не знаю куда. Мне хочется, выглядываю, и мне хочется посмотреть, как там наши соседи, кого ранили, какую квартиру пролетела. Хочется вырваться. И я не знаю, как их называют. Коллаборант чьи-то. Вот. На какой-то там на окраине живет. И вот он информацию даже передает. У каждого есть даже и предатели. Даже в тех странах, в которых как бы мы дружим. Везде. Ну, это в моей квартире было, под прихожей. И улетела в отдушину. Выбила раму, ну вот это, и не стала. Я потом сыну кричу, сын, давай пивом, пошли вниз в подвал. У нас все окна побитые, двери побитые. Я не думала, причем там моя приятельница жила на верхнем этаже, и их этаж полностью снесло. Я думала, она выжила детей, вытянули их живых. Ну, куда я уеду? Кому я нужна? Кому я нужна пенсионерка без денег? Никому. Принимают он, люди повертались и говорят, никому мы не нужны. День, два, три, а потом до свидания. Мои родители с России приехали в 33-м году. Отсюда отца забрали на фронт. Я ни с кем не сообщалась, я ничего. Все хотят жить здесь, и как было, так и что-то было. Были мы друзья, братья, сестры. А что так захотелось, не знаю. Но нет обиды на русских, что они пришли, в общем, даже жить. Боже здоров. Нет, у меня ни на украинцев нету, ни на русских нету. Потому что мы прожили вместе с ними и проучились в школе, за одной партой сидели. И кумовья у меня украинцы, хохлы, как нас. Все. Нет. Мне все одинаковые, все братья и сестры. Хороший вечер.